Добрый день, дорогие мои друзья, зрители и гости моего канала. Как проходит жизнь в деревне? Ну, как она проходит? С утра и до вечера огород, так сказать, вверх жопой. Потому что это лето. А огород всех кормит деревенских. Вот. Сзади меня речка Кигач. На той стороне реки уже Российская Федерация. Ну... А я нахожусь в Республике Казахстан, село Кудряшово, Атрауская область. Вот так вот мы живем. Вот этот вот вал я загородил. Карагач старый. Ну вот так. Вот такие вот дела. Там он уже Россия. Цезарь где-то он там копошится в траве. А мы, как всегда, с ведром таскаем траву, потому что чистим двор. Угу. Двор тоже надо чистить. Вот буквально сколько, ну, может, неделю-полторы как чистил. Опять все зарастало. И опять чистим. И опять все это чистить. Вот мы набрали травы со двора. И пойдем сейчас кормить уток. За воротами нас наш Цезарь нас ждал. Не знаю, пойдет он с нами, нет. Играться хочет вроде бы. Че, пойдешь? Пошли. Все, вперед меня побежал. Вот так вот будет бегать сейчас вокруг меня. Вот он какой красавец. Шипит. Да? Защищает своих самок. Яиц нет у них, видать, и нестись перестали. Потому что они уже и так с марта месяца несутся. Ну, пока я выносил траву, утком, утей кормить. Ты что нашла в клубнике? Две клубники большие. Две клубнички большие? Да. Вот они. Смотри, как лежат. Вот они. Трава их уже. Луков сколько? Клубники. Там в середине, может, еще есть? Две клубнички. Ой, трава вот эта вот липучая. Да, вон ее дергаю я. Она еще не вижу я здесь. Что дергаю, не знаю. Я ее кустами выдираю. На, клубник. Вкусно? На. На, говорю. Нет. На, говорю. Не хочу. Ой, елки-палки. Не хочу. Дергай траву. Вот, правильно, молодец. Смотри, как она разрослась. Вкуснятина. Я и дергаю, и снимаю, и полезное с приятным совмещаю, с полезным. Смотри, сколько разрослось. Ничего такое. Да. И пачкаемся, и дергаем. Но, ну ничего, это нормально явление. Это городской человек, когда-то был городским, который говорил то, что жизнь в деревне и она, это две вещи, которые несовместимы. Вот. И как это понять после этого всего? А сейчас без двора не может. Мало того, что без двора не может, так она и в квартире сейчас находиться не может. Говорит, что это скворечник. Все. Уже город это не ее. Что скажешь-то?
Молчит, значит, согласна. Вот этот участок двора с 9 часов. Где? Там грязь уже моя, все. Вот. Вот даст Бог, зарплату получим. Вот этот шланг надо поменять, купить шланг. В магазин отдай, съездить строительный, там есть шланги. Там надо будет взять. А то он весь течет, и от него он вся тропинка, вся дорожка этот в грязи, лужи одни. Потому что, по идее, это не шланг, это же гофра, где вот эти кабеля проводят электрические. Сейчас перейдем на эту часть двора. И там, на той стороне, еще одна часть двора есть. Туда перейдем. А? Че? Я тебя не снимаю. Нет, я себя снимаю. Че пальцем замеешь? Без комментариев, уберите камеру. Так, а сейчас у нас обед. И потом затем сразу же продолжаем дальше работать.